Ранним утром, когда горожане отправлялись по своим делам, сотрудники ГИБДД проверили работу общественного транспорта. Инспекторы решили проследить за отдельно взятой «Газелью» 35-го маршрута, начиная с разворотного кольца в Сухово-Дерябинском микрорайоне и до Минеева. На машине без опознавательных знаков инспекторы проехали через весь город. Первые нарушения не заставили себя ждать. Маршрутчик проскочил на красный. В настоящее время проблемой в городе является это перевозки пассажиров общественным транспортом, в том числе «Газелями». В основном даже, я бы сказал, «Газель». Очень много нареканий от жителей города поступает на то, как они перемещаются, перестраиваются из ряда в ряд, необоснованные перестроения, проезды перекрестков, светофоров и всего остального. Этот маршрут мы выбрали, поскольку на него тоже поступали жалобы. И решили проверить, как они действительно проезжают. На хвосте у маршрутки инспекторы ехали больше часа. За это время было выявлено 5 нарушений. Ближе к конечной точке маршрута машину обогнала еще одна пассажирская «Газель». Водитель желтой маршрутки тоже нарушал правила. Самое интересное обнаружилось тогда, когда «Газели» прибыли на конечную остановку. Обе машины вышли на маршрут без необходимых разрешительных документов. Мы в данных рейдах сразу выявляем нелегальных перевозчиков, в частности, вот эти две машины лицензиатом, которые являются не зарегистрированы, не имеют договоров на городских маршрутах. Поэтому мы будем принимать в первую очередь меры административного воздействия на данного перевозчика. И после этого, если он, соответственно, не выполнит наши требования, будем материал передавать правоохранительной структуре, чтобы они принимали более действенные меры. Теперь водителям придется заплатить административные штрафы за все нарушения. А должностные лица, которым принадлежат машины, будут вынуждены заплатить штраф в размере до 30 000 рублей за то, что «Газели» вышли на маршрут нелегально. Любовь Подчерникова, Евгений Михайлов, РТВ Иваново.